просто обычно. Тогда лапы сюда, наверное. А на шампуры эти, да? Угу. Это уносим с собой. Угу. Надо прям много. Все жарить. Посадим. Вот, все. Давай. Да. Вкусно? Да, Маша рад. Маша рад, Владикаева. Маша рад, Серёж? Маша рад. Владикаева? Владикаева. Магандану маг, мэн бун так, good morning, my friends, guys. Tomorrow we are going to Moscow and then will be our flight to the Philippines. But today, guys, we decided to make a small farewell lunch. And we are going to marinate this manok with Filipino barbecue marinade. And guys, you know, we are very nervous before our trip, guys, because it's our first time that we are traveling with children and so big company. And guys, I think today we just need to enjoy our lunch and relax a little bit. Лук, чеснок, томатную пасту. Соевый соус туда добавим. Добавим уже соевый соус. А, тут добавил соус. Соевый. Уксус. Вот от винегар. Then onions. Еще где? Давай. Или разводить водичку. Поместится все. Ну, какие они толстые, да? Ну, тогда на шампур просто на обычный. Тогда лапы сюда, наверное. А на шампуры эти, да? Угу. Да, Сташку, Стасик пропал. Он бедный уже, ты. Драк. Толстые все-таки такие. Вот еще лапа. Ну все, остальное на шампур. Ну давай, на шампур. Это уносим с собой. Сейчас я закрою. Этого. И вот этого. Я выбираю. Ставлю. Сейчас руку проткну себе. Сереж, будешь судить? Ну, кто мне спорт из МДС сейчас? Давай, не слезай, ты упадешь. О! Сейчас будем шлыки жарить. Я пода не жарить. Посадим бекон. Я это. Ой, Уленька, осторожно ручки не сожги. Это она очень.
Все, да. Будем все жарить. Лотенька, одень кофточку. Надо это, кочергой танцуешь. А солнце светит, а все равно холодно. Ой, да. Смотри, птички сидят. Вода улетела уже. Классно. Молодец. Больше можно я помню? Шлыка тоже. Побольше, побольше. Чего ж это так мало? Вот, все. Давай. Да. Ты этот шашлык поможешь? Да. Ну, Матюш, надо побольше. Машка, а это мои бочки. Это мои. Это больше, а это мои. Вот эту. На, вилку тебе и снимай ее. Держи. Эту тоже, я хочу тоже. Ой. Я хочу тоже. Матюша, стаскивай, стаскивай. Я хочу тоже, так я вот хочу тоже. Мы сейчас попробуем, готов или не готов. Готов. Может быть, он сырой еще. Подожди. Бабушка, готова. Только не роняй на пол, а то чарчик сейчас бежит и съест. Ванечка, так, сейчас змейку получается. Ну, тихо, ему глаза же. Ничего, Арчик, Арчик, фу! Ага, вот такая у меня. Пойду я их накормлю, этих собак, а то они не дадут ему поесть. Вкусно? Да, Маша рад. Ой, горячая? Бери вон с Матюшей кушай. Только куда-то повыше, чтобы Арчик не достал. Я тоже пойду. Иди с Матюшей. Потихоньку, потихоньку сейчас свалишь все. Ну все, наверное. Родика, рисочек не хочешь? Огурчик соленый. Я хочу рис. Ну, филиппинцы нас приучили к рису. Мы теперь картошку не едим. Так что нам будет в Филиппинах проще, да? Не надо вот так картошку не есть. Тебе хочешь рисик? Ну, да, чуть-чуть. Вань, положи рисик тебе? Да. А вкусно тебе? Да. Масаха. Филиппинцы пишут, вы путаете ребенка, теперь любая новая еда, он думает, что это филиппинская, любая новая еда. А я говорю, так мы кроме филиппинской не готовим другую еду, другую. Русскую и филиппинскую, у нас нет ни китайской, ни аргентинской. Да, да, да. Конечно, он воспринимает новую еду как филиппинскую, потому что мы только ее и делаем. Папа, а там рис курсиму. Курсиму, да, Андрюша? Угу. Ты ходишь сюда, заказываешь, тебе рис приносит вместо хлеба. Ну да, и хлеб мы перестали есть, да? И там все. Вот там, а? Ну как, готово там, нет? Да. Очень вкусно. Это по филиппинскому рецепту? Как вкусно. Маринад, да? Маринад. А что у тебя сучка-то? Очень вкусная курочка, гриль. Мягкая, сочная, да? Да. На мангале вкуснее получается, чем в духовке. Намного. На свежем воздухе, да? На Сережный день рождения закажем речо манок. Курицу гриль? Или поросенка гриль? И поросенка, и курицу. Речо бобой. Речо бобой, речо манок. Еще бой.
сегодня заказываю поросенка с розовой. Давай, мама, ему одному вкусно, да. Мы домой приедем и съедим его, да? Нет. Гориного друга. Нет, не надо. Не надо гориного друга. Ему скучно одному. А булочки ешь, что сегодня? Он умрет, останет, а этот поросенок давай. Попробуй булочек. Да. Это у нас получается прощальный ужин перед отъездом. Больше есть не будет. Чуть ли не голодали. Мы хотели пригласить всех наших друзей, но мы болеем. И они могут нас заразить перед поездкой. Да. Поэтому мы никого не пригласим. На, обгладай косточку. Тут мяско одно. О, вот смотри, какое хорошее мяско. Вон. А косточку собачке отнесешь, да? Да. Держи. Ой, там много там. Куда Фредик ушел? А что мне надо? Не видела. Сереж, филиппинская курочка. Маринад, да, маринад филиппинский. О, сегодня просто. А скоро уже будем настоящие есть филиппинскую курицу. Соус вкусный, да? С кетчупом. Я себе дам помидорку, когда он не заснул. Вадик, он спит. Ну что, как у вас настроение перед поиском? Бомбическое. Хорошее, мы не понимаем еще, куда мы летим. Да. Ну, заболели. Слабость пока. Такая легкая. У меня дур? Я уже ем. Там на Филиппинах редко вообще болеют. Вот это хорошо. Там вода соленая. Ну, вода, да. Ночью прочищают. Вода, солнце, там нет холода. Солнышко. Мама говорит, на Баобаб надо шапку одевать. Это правда? Зачем? Чтобы уши не замерзли. Ну, она одевала шляпу. Ну да, она уши закрывала. Шапку-ушанку возьмем с России. Ну, у меня и Ваненьки там, кстати, есть, если что. Нет, там именно про уши был разговор. Про ноги не было. Что надо закрывать уши на Баобаб, потому что болеть потом будет. Ну на да, если поставить. Рано утром едешь, то может холодный ветер быть. Ну как, ты быстро едешь, обдувает. Вязаную холодный. Взять мне холодный на ветер. Утро. Махала,
Масараб сири? Масараб. Ола Микайо? Ола Микайо. Соломон? Соломон тоже.